Алфавит от Вероники Степановой из канала Улиткина Слюнка. Улиткина Слюнка. Смотрим. Hello, motherfucker. Улиткина Слюнка. Буква А. А-та-та, а-та-та, а-та-та по попке. Буква Б. Бабуля, как перданет только. Буква В. Нормально. Ваш писулечек остается просто как вишенка на тортике. Буква Г. Громкий такой пердежный звук из вагины. Жза, жза. Громкий пердежный звук такой из вагины. Буква Д. Ситуация жизненная, пиздец. Давай сейчас возьму свинцовую биту, вот такую, очень серьезную, да, такую серьезную биту. Так. И со всей дури, как только тебе вот, ну, пиздану между ног, да. Я не одобряю эту хуйню. Или там, вот, ну, по-другому я даже не знаю сказать, ударю между ног, вот как ударю только между ног тебе. А потом еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Буква Е. Если у вас гуляет где-то порно, будьте готовы к тому, что оно может всплыть. Гуляй порно, так назывался. Это город такой на Украине. Гуляй порно, он Махно принадлежал в годы гражданской войны в России. Гуляй порно, блядь. Гуляй порнская автономная республика, блядь. Буква Ё. Я твою мать, да сколько это может продать? Ну это ожида, это предсказуемо, это предсказуемо. Ужаться. Буква Ж. Жирный пидорас. Блять, я не, сука, ёбаная ты пиздятина, блять. Я не одобряю использованный табор гомофобский, уёбский, пизданутый, обосранный, хуёвый вокабуляр. Ёбаная ты гомофобная шкура, блять, скотина, мразь. Я ебал твою бабушку в рот. Это одобряю. Буква З. Зарыться, зарыться в мою, значит, пизденочку. Одобряю. В мое влагалище. Одобряю. Буква И. Избалованный Барчук. Вот такой вот развращенный, избалованный Барчук, сынок. Бля, она юзает слово Барчук. Это пиздец, это нахуй 19 век. Поэма «Педрос». Ой, сука, я не одобряю. Фанвизин «Недоросль», «Недоросль», «Недоросль». Хмуил, твое видео следующее, Хмуил. Твое видео сразу после этого. Ок, богатых родителей, гаденыш такой вот вырос. Буква К. Кизуля, блядь, ну хули ты, ёпта мать. Буква Жиза. Буква Л. Лохматая, чтоб такая была. И даже, чтоб вот там пальчик... Да, да. Пальчиком ковырнуть, чтобы вот говнецом попахивало. Да. Да. Буква М. Мерзкая пизда. Буква Вероника о себе, как бы надо понимать. Буква Н. Неудачник. Ничтожество. Буква О. Один большой вот такой чайный гриб или нарыв. Почему, блядь, почему чайный гриб, это так смешно, блядь? Или какая-то опухоль болезненная, да? Буква П. Пизда. Буква Р. Роли, роли, роли. Здесь я сучка, здесь я Мерлин Монро, здесь я кошка, здесь я еще кто-то. Буква С. Сожрала, съела, мать съела его своей пиздой, мать поглотила. Платила его пиздой. Буква Т. Так интересно, что мы не придумали красивые названия половым органам. Ну как вот ее назвать? Меня все ругают про то, что я говорю женская пизда. Что нельзя говорить женская пизда. Мне хочется прям сказать, что волос... Возможно, тебя ругают, потому что женская пизда – это пизда. Как бы избыточное словосочетание. То есть женская пизда... Когда ты говоришь женская пизда... Подразумевается, что есть какая-то не женская пизда, есть какая-то, блядь, мужская или хуй знает, еще какая-то пизда. Хотя на самом деле пизда
Это, ну, по определению, что это женственное. Это как мужской хуй. Да, плеоназм, ебаный рот, блядь. Как мужской хуй. Или там, вот, женская пизда. И этот самый, блядь, какой-то российские какие-то шутки, блядь, в голову лезут. Не буду шутить. Не одобряю расизм. Пизда у него такая была. Буква У. У него был вообще шок, понимаете, да? При знакомстве со мной. Буква. Сейчас что-то, вот обращаю ваше внимание, что-то сокромаровское было. Вообще шок, понимаете, да? При знакомстве со мной. Интонация, как у сокромара была. У него был вообще шок, понимаете, да? При знакомстве со мной. При знакомстве со мной. Буква F. Фу, эти слюни. Буква Х. Хорохорится, матерится, вот он хочет хорохориться. Буква С. Буква Ч. Чем громче он пукнет, тем лучше, потому что это поднимает. Согласен. Полностью одобряю. Поднимает нам настроение. Аппетит повышает. Буква Ш. Шляпку соси мою, да и все тут. Шляпку соси. Чё там? Тебе не нравится-то? А? Буква Ща. Сейчас я его нахрен отключу. Шляпку соси, это, кстати, это самое, так российские дипломаты, вот типа Лаврова, Пескова, они так переговоры ведут с Евросоюзом, там, с Америкой. Шляпку соси, блядь, мою, чё тебе не нравится-то? Гадёныш. Буква твёрдый знак. Буква И. Буква мягкий знак. Буква Э. Это мать съела его. Буква Ю. Юнгианский тест. Буква Я. Я буду лизать твою белую вонючую пизду. Буду. Вообще без вопросов. Она что там, пошла дрочить, что ли, блядь? Пизда. Окей, это охуенно было. Давайте дальше пойдем по видео. Ты бык, хуй буш, 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 ты бык.